Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами сегодня снова Шестрил, и мы продолжаем гонять в Буле. Так, что-то слишком громко на самом-то деле. Нет, не громко, это у меня, видимо, наушники громко. Как ваши дела? Надеюсь, у вас все замечательно, потому что у меня все очень хорошо. Вон увидели, как староста только что хулиган бортанул по яйцам. Так. И свалил от него в класс. Пытаются поймать его, но парень уже на биологии. Все, короче, не урожай. Староста проиграл эту битву за респект. А наша битва за респект только начинается. Так, отправимся на задание. Насколько я помню, мы еще даже девушке не помогли там в женском общежитии. Она просто получила в табло с рогатки, то есть полкабину не отлетела. Надо поправлять. Горячий парень. Что-то надо приодеться, короче. Я, конечно, все понимаю, но что-то прохладно. Время сладкоежки, ну, в общем, того человека еще не пришло. Того, кого нельзя называть. Так, кстати, шутки шутками, а часть-то новая, а я той бабе так и не помог. Так что, видимо, мне можно было выбирать, помогать бабе или не помогать. И я решил ей не помогать. Квест у нас в магазине одежды. Кого? Кто там на тебя бычит? Кто бычит, няш? Иди сюда. Привет, девочка. Ну, у меня ничего нет для тебя, ты уж извини. Ты, конечно, милая девочка и все дела. Жирный поезд пассажирный, иди сюда. Пошел на. Я готов. Нифига себе, козлить можно? Что-то я не помню этого. Вы помните, что в этой игре можно было козлить? Помню, что вот прыгать помню, а вот козлить? Что-то новенькое, согласны? Хм. Видимо, я все позабывал. Мощи, конечно, мало в моих ножках, так что скорость такая себе. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Опа, тачка, поехали. Я, пожалуй, сяду в машину. Нет. Не так просто. Верните ему велик. Ну как мой, жирного велик, но кого волнует, теперь это мой велик. Зеленый BMX. Йоу, не гони. Такой звучок. Вперед к свободе, к магазину одежды. Акваберри. Что, опять мажорский квест какой-то? Нет, зря я сюда пришел. Я, пожалуй, сойду с дистанции. Так, ну раз тут свитер Акваберри, значит здесь какой-то мажорский квест, я чувствую это. А, свидание поварихи, точно! Не испорти свидание, спрячься на дереве. Хорошо, хорошо. У нас же Эдна хочет замолодить учителя химии. Саундтрек хороший. Та-дам! Какой кнопкой, кто помнит? Нет, не той кнопкой. Резинка лежит, возьму-ка я резинку. Та-дам! Наверное, то же, что и залазить. Ну-ка. Вот, отлично. Ты не успел? Как не успел? Успел! А, придурки. И что это? Снежок. Кому? В лицо. Не. Ничего не знаю. Так, поехали заново. Свидание поварихи. Я готов. Я готов. Я всегда цеплялся за свою жизнь. Так, опа. Прячься на дереве. Поднялись. Все, я готов. Теперь рогатку, судя по всему. Отлично. А вот и он. Как раз вовремя, говорит. Кому-то сегодня... Она даже сеточку забыла снять. С работы пришла. Как же прекрасно, наконец-то, уйти с этой кухни. Кто хочет докол... Ага, вот кому смешно. Вот кому смешно. Говорит, ты воняешь духами. Говорит, пошли вон. Пошли вон, барышня, и зовите чужому счастью. Много лес, говорит, это нелегко, я не понимаю, о чем мне разговаривают. Куда бежишь, ботаник? Думаешь, я тебя не увидел? Смотри, смотри, жирные ботаники, вы что, охренели? Девственники влетают просто. Так, я не понимаю, вон еще один бежит. Смотри, ботаны, походу, вообще с Эдной не в ладах. К черту, я сказал. Не мешайте свиданки, снизу что-то бежит. Вот это вот, невероятный мажор. Теперь мажоры. Бедная Эдна, она походу, ну вот будешь знать, как плевать, значит, в борщ нормальным ровным парнем. Так, надо успеть, раз, два. На джойстике не очень удобно, я вам так скажу. Префайр, в табло. Снизу бежит опять, смотри, сейчас, вот здесь вот будет, оп, неожиданно. Почему-то GTA 4 напоминает саундтрек этот мне. Теперь качки. Ну, Эдна. Ну, у тебя и врагов. Кто читает их диалоги, наверное, там что-то очень интересное. Нифига себе, сбитый! А ничего, вообще лютые, они сбитые хотят влетать?
Уже 7 часов вечера, завязывайте ваше свидание, идите, перепихнитесь быстро на парковке где-нибудь. Та-дам, та-дам, та-дам. Ну что? Наверное, надышался в лаборатории. Наверняка, выпью еще кофе, говорит. Вы мне надоели. Мне нехорошо, говорит, я лучше пойду. А, она его споила или что? Я не понимаю. Похоже, что она его сейчас унесет, и, ну, вы поняли. Да, парень готов. Нет, говорит. Я... Зрение вернулось. Вали, говорит, демон. Давай, прелесть. О, боже мой. Эй, наш камер, бедный профессор. Бедный маленький профессор. 50 баксов? Слышь, Эдна, я готов на каждом твоем свидании тогда такую оборону-то устраивать. Оп, неплохо. Собственно, пора спать. Или на задание. А пошли еще на одно. Нет, я не перепрыгну. Я верю в свои силы, но нет. А вот и велик, который мне очень сильно нужен. Отлично. Погнали. Может, байк пойти выиграть? Не, пока не хочу. Я, короче, когда доеду, включу запись, что мне вас парить. А вот и я. Так, моя остановка. Оп. Прям на велике влетел. Что тут? Дневник. Все-таки надо идти защищать дневник, я понял. Там, где ты рассказала, что у нас с тобой. Ты тоже, я смотрю, горячая девочка, я даже куртку не накинула. Так, проникни в школу. А вот теперь она в куртке. Пом. Это странно. Это действительно странно. Проникни в школу. Проникатель. Проникатель в школы. Джимми Хопкинс. Сплинтер Хопкинс. Ага, то есть отсюда уже не зайти, все, школа закрыта. Понятно, ясно. Но наша стелс-миссия, собственно, подразумевает стелс. На то она и стелс-миссия, поэтому мы обойдем. Опа, надо прятаться. Чисто. А если все чисто, значит можно пойти выпадать. Ага, староста что знает, сделаем вид, что мы просто пробежка. Как раз по форме. На-на-на-на-на. Качаем мускулы, бегаем на ночь, это полезно. По утрам тоже полезно, но мы на ночь бегаем. Нам-то чё? Так. Ну-ка, опля. Хопа, хопа. Отлично. Ну просто. Просто меня можно сразу вербовать куда-нибудь в шпионские организации. Типа там, ну короче, в любые шпионские организации. Что, я бегу? Это было не такое, это был обманный маневр проникновения в стену. Я еще начал. Ух ты! Он меня спалил сразу! Почему это? Это нечестно. Вот вы считаете, что это нечестно? Я только зашел, и меня сразу спалили. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Кабинет. А вот он, кабинет математики, еще это. Нифига себе, я проникатель. Оба-на! Заперто. Посмотри в комнате персонал. Там ходит юно. Оп-оп-оп, тихо. Сплинтер Хопкинс. Ты чё? Вы только гляньте, да? Ну просто мастер стелса, по-моему. Вы так не считаете? Оп. Нефиг делать. Это я могу. А, нам на первый этаж. Чё я прятался от него? Вот ублюдок. Здорово. Ну и что? Ну, ну. И что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь, Ляшкин? Опа! Не поймал. Ну и что, зачем мне сюда? Ну, допустим, и где я? И что это за место? Велосипедный клуб? Ненавижу велосипед. Что это за место? Какого... Окей, я разобью эту тыкву. Последняя тыква. Доступен секрет, доступна тыква, тыквенная голова. Я понятия не имею, зачем мне это тут еще огнетушитель. Что вообще? Кто это? Ну, походу, мы здесь с Гэри тусили, да. Похоже на то, что это тусило вас с Гэри было. И вот этот выход, тут еще пар лупил, я потушил и прошел. Ну ладно, пойдем обратно. Теряйте... А, да ладно, мужик, я только вышел, мужик, ну вот не надо, ну не надо, мужик, ну ты же понимаешь, что это нечестно для всех нас так, я, пожалуй, войду в учительскую вообще.
Так, ключик нам надо, да? Взять дневник. А вот и дневник. Ну просто... Этот новенький Джимми, он такой плохой, плохие зубы, плохие волосы, он плохо пахнет и плохо ко всем относится. И все-таки в нем есть что-то такое привлекательное. Я рассказала Баки о своих чувствах, но он не особо обрадовался. Это очень грустно, ведь Баки замечательный друг, но хотелось бы думать, что в жизни что-то не так. А-а-а, френдзона. Я так и знала. Сегодня я проходила мимо него, и он на меня посмотрел. Он свободный радикал. Как бы мне хотелось соединиться с его электронами. А вот после этих мыслей даже органическая химия вызывает у меня мурашки. Господи, боже ж ты мой. Девочка. Девочка, с тобой что-то не в порядке. Дневник Беатрис. Беатрис. Пора валить с этого корабля. Ой-ой, так, тихо. Джимми Сплинтер Хопкинс. Сел. Все. Я отдам тебе твой дневник, но ты ненормальная, я тебе гарантирую. А мне типа уже все, комендантский час, пора спать. Я сейчас отдам дневник и все. И иду спать. Нет проблем. Надо кожанку, правда, накинуть, потому что что-то как-то... А вот ты где? Ну что, удалось? Ну, держи. Я не читал его. Почти. Спасибо. Свободный радикал, мать твою. Ну, в общем, король... Нет, вот с этой даже не думайте. Должна спать, девочка. Время позднее. И я, на самом деле, тоже отправлюсь и посплю, потому что как-то мне не по себе. Здорово, йоу! Мальчик-негр. Так, пойдем-ка. Who do you do, bitch? Текс. Оп, прилег. Неожиданно, нет, ожидаемо. Так, пора переодеваться в четкого и заниматься. Пришло Рождество. Подарок Джимми Хопкинсу от моей мамы? Спасибо большое. Голова. О, кепка активиста, это нам подходит. Потом. Это нам подходит. Это все еще не то. Ноги. Штаны, значит, с нотами? Не, это как-то слишком буйно. Трусы? Замечательно. Джинсы такие, йоу, гангстероня. Школьные слаксы, штаны скелета. Но это прям вообще как-то красные штаны ниндзя тоже не пойдет. Спортивные штаны, вот это уже интереснее, мы их пока оставим. Зеленые, нет, не вариант. Да, давай-ка, черные. А, туловище, значит, давай-ка... А... Где коричневая куртка, значит... Обувь нам нужны, значит, не носки. Носки это слишком тупо, белые кроссовки слишком стильно. Вот. Нет, готов. Отстой. Вот она, милая моя. Это зимний прикид настоящего ровного парня. Так. Ходят слухи, нам там подарок в учительское прислали. Ну-ка, пойдем посмотрим. Рождество. Что может прислать мама на Рождество? Может это скутер? Может это велик? Может это PlayStation 4? Я все-таки надеюсь, что это... Что это? Я говорил... Значит, PlayStation 4, скутер. Короче, я хочу мороженку. Это мороженка? Здравствуйте, мисс. А вот и ты, Джимми. Буду кратко. Твоя мать прислала тебе рождественский подарок. А почему такой... Обалдеть. Не открывая рот, сказал. Повезло с мамой. Можешь быть свободен. Спасибо. Спасибо, что там? Что за... Во что вы меня одели? Во что... Надо валить, пока никто не увидел. Быстрее. Что? Господи, боже ж ты мой. Над чем ты ржешь, кусок дерьма? Пошел вон. Сука, все под попытки. Я вам говорю, и вы... Я вам говорю. Это все. Я сейчас иду в библиотеку и уничтожаю, просто расщепляю ботаников. Они подставили меня, они заставляют меня работать. Ты будешь копать сегодня, юноша? Чёртовы сугробы. Ну, в принципе, это гораздо быстрее, чем газон, слава тебе, Господи. Куда я выкидываю? В никуда, в пространство. Видимо, за моей спиной какая-то черная дыра, которая все это забирает. Я закончил. Ты.
Ты заслужил наказание, плохой мальчик. Ладушки, ладушки. Так, пора. Суки, ботаники. Ты ответишь за своих. Опа, хочешь эту книгу? Хочешь ее? Серьезный парень. Раз, два. Любишь колени? Как тебе так? Нефиг делать. Твой друг тоже любит колени, я так погляжу. Встал. Следующий. А вот еще у вас есть третий, видимо, он ваш начальник. Я его просто сейчас поломаю на. Обоссался? Обоссался, мать твою! Кусок дерьма! Что ты? Смотри, смотри, какой суровый. А с разгона, если тебя в плечо влететь, тебе понравится? Отличный боевой стиль был. Где еще ботаники? Где? Ребята, ребята, это же ваша территория. Я могу сейчас нассать на вашего снеговика. Вам лучше сейчас выйти, я считаю. Смотрите, как я унижаю вашего снеговика. Смотрите, я просто унижаю. Я просто... Все, его нет. Вы понимаете, что его нет больше? Вашего снеговика, я унизил его. Я обоссал... Ну, в общем, это... Эти люди, они не понимают. А, вот, смотрите, еще один идет. Думает, я его не вижу. Ну-ка, давай, хочешь посмеяться? Смотри, смотри, какой свитер. Смотри, какой свитер. Смотри, свитер какой. Чего ты? Смотри, свитер. Ха-ха, смешно! Смешно! О, господи, как смешно! Куда? Как же тебе смешно? Что-то я не вижу, чтобы ты смеялся, мать твою. Что-то я не вижу, чтобы ты смеялся. Чего? Смешно же? Это же свитер. Это же обхохочешься просто. Просто обалдеть, как смешно. Я не вижу смеха, я не вижу радости. Тебе же было смешно. Что случилось? Тебе что-то не подходит. Не смешно уже. Почему же не смешно-то? Кусу. Что? Что ты сказал про мою маму? Это лучший свитер, мать твою маму. А. Нет, девочка тут ни при чем. Ах ты, блядь. Я случайно, я не хотел. Она рука соскользнула, ну, бывает. Что за... Ха-ха-ха, смешно, ха-ха-ха-ха-ха. Так, нет, тихо, не хочу сугробы, не буду. Все, я в сарай к мальчикам. Все нормально. Так, надо засейвиться. Смешно, говорит, ха-ха-ха-ха-ха. Они смеются надо мной. Эти фрики забыли, кто есть король школы, понимаете? Дайте мне мою куртку быстро коричневую. Кто еще хочет посмеяться, бля? Кто, бля? Ну, подошел сюда и посмеялся. Где там? Вот, ты будешь смеяться? Ну? Ну? Я не слышу смешных. Я не слышу смешных воплей! Я не слышу смешных, мать твою, воплей! Кусок! Хорош! Йоу! Красава, брат. Слышь, братень, давай поговорим, ты мне нравишься. Как дела? О, здорово, классная футболка. Вот это парень нормально, говорит, крутая футболка, Джеймс. Говорит, тоже себе такую хочу. А вот ботаники, это все, ботаники не друзья мне больше. Буду выбивать из них контрольные. Оп. Давайте прицепимся, что ли. Так, чух. Далеко не уезжай, я к тебе цепанусь. Да, братишка, мне в город. Так, тихо, стой, ну ёпт. Ну, оп, все. Какой же ты долгий мужик, а? Я бы быстрее сам доехал. Это магазин, кстати, чего? Это магазин байков? Можно купить себе байк? Здорово, бро. Я хочу байк. Горный велик, есть аквабэри, все дела. Лучшее маневрирование на неровных склонах. Ну что-то у вас, у тебя велики такие себе, бро. Да, отстой. Согласен, мужик, отстой у тебя. Так, пожалуй, надо быстренько. А вот и квест, собственно, только что он какой-то красный. Вы помните, что значит красные квесты? Потому что я что-то забыл. Не-не-не-не-не. Оп. Ну-ка, внутрь. Комиксы какие-то, господи. Начать битву с ботанами. Нифига себе, продавец. Я смотрю, ты нормальный парень. Ботаны, битва с ботанами. О, ботаны будут страдать. Я создан, чтобы унижать ботанов. Что здесь происходит, йоу? Клубная встреча внизу, иди дальше. Ты так разговариваешь с ним хорошо, брат. У тебя такая дикция, мне нравится. О.
Ты не можешь использовать дипломатию, чтобы стать... О. Весело, говорит. Я вас сейчас унижу всех. В сумасшедшей диете? Я всегда, говорит, смогу... Ну, поехали. Какие проблемы? Победи жердяя. По берегу же сумасшедшая диета. Я вообще мастер этих автоматов. Так, что надо делать? Начать. Так, еда полезная, еда вредная. Рыба шла разбегай. Скатайся как сыр в масле. Хорошо, я понял. Ага. Вот я вижу еда, которая мне нужна. Значит, вот это, вот это, вот это. Хорошо, вот это. Подойдет, подойдет. Где еще у нас еда? Плохая еда. Хорошая, хорошая, хорошая. Сколько нужно сделать? Хорошая. Вон у нас еще рис какой-то ползет нормально. Что делать-то? Если это значит убить рекорд, собирать вот эту вот хрень, то, в принципе, это не так уж и сложно. Я вам так-то скажу. Я ничего не... А, плохую еду взял. Фигово. Не увидел. Ну, бывает. Рыбку. Саундтрек, по-моему, нормальный. Большое яблоко, надо попробовать его застилить, и большую рыбу тоже. Хорошо. Хорошо. 168 фунтов. А сколько нам надо? Что-то я не понимаю. Я не понимаю эту игру. Не очень понимаю просто. Сколько нам надо? Но я... Ну ладно, вот рыбка. You're so cool. I'm so cool. Ох, какой летит мисол. Вот это вот яблочко надо попробовать застилить. Ох, какие яблоки громадные летят. Что-то нудно, блин. Ох, какая плохая еда там летела. Рыба большая. Как вам, кстати, китайская еда? Мне нравится. Я и роллы люблю, и угря похавать. Ну, то есть, я особо-то не гурман, но разного рода еду люблю. Китайская очень довольно-таки неплохая. И причем в Китае жрут всякую фигню на самом деле. Вы думаете, это просто так, типа, ой, там, и из-за того, что, ну, там, гурманы все там хавают всякую штуку, типа, угря. Нет, это все от херовой жизни. Они тараканов жрут. Ой, что-то не пошло. 322, заболтался. Бывает. А сколько надо побить? Я что-то не понимаю. Ладно, болтать больше не буду. Ох, какая рыбина. Жалко, что я не смогу ее взять. Что случилось? Меня что-то ударило? Не обратил внимания. Катайся как сыр в масле, мне сказали там. Не видел еще такого бонуса. Но пока что все идет вроде как неплохо. Так не думайте, о, какая рыба, какая большая. Избегай рыб любой ценой, это я точно помню. Эти рыбы плохие. Так, и плохую еду тоже лучше не брать. О, ребята. Не очень я это понимаю. Хаза! Хаза, хаза! Дэши! Дэши! Басра! Басра! А сколько у него рекорд, я не понимаю. Я могу так весь день. Ну, если это из принципа. Я думаю, у него рекорд, может, там 500. Ну, что больше, это уже как-то прям совсем неправильно. У меня просто нет слов. Про еду мы с вами вроде поговорили. 500 есть. Что дальше? О, дамы и господа, вы стали свидетелями невероятных событий. Эта игра не кончается. Меня толкают. Нечестно. Сейчас еще вырастим, наверное. Говорит, невероятно. Ой, там рыбы плохие. О! Game over, 606. Я победил? Я набрал сколько они хотят?
1010? Окей. Я думаю... Ну я просто это скипну, ребят. Молча пройду ее сейчас. Ребят, вы не поверите, это настолько скучно. Я играю в нее второй раз, она уже успела мне наскучить. Это повторяющаяся музыка. Это... Этот однообразный геймплей. Я уже хочу набрать 1000 и специально сдохнуть, потому что это... Это настолько скучно. Я что-то забыл про эту миссию. То есть я когда первый раз, видимо, игру... Не, короче, я ничего не помню. Я... Первое прохождение, можно сказать. Ну вот что, ну... Просто бегаешь, собираешь еду, морозишься, все. Конец истории сией таков. О, 933, там говорят 1000, если наберешь, все. Я, пожалуй, наберу 1000 по-быстрому как-нибудь. А, он медленнее ходить вроде стал. Да, вроде медленнее, когда набираешь. Он 950, он еле ходит. Но ничего, нам еще немножко осталось. Еще совсем чуть-чуть. Осталось чуть-чуть, еще 20. Вот, вот еще 9 фунтов и можно завязывать. И можно завязывать с этим. Реально, тут они переборщили с этой миссией. Уже 1007. Или... А, короче, ребят, вы знаете, я выключу, как умру, так и продолжу. Уже даже музыка прекратилась, вы представляете? Но сейчас я думаю, я сдохну, потому что становится все сложнее и сложнее. То есть даже сейчас. Хоть это и возможно, но сложновато стало. Еда стала больше, но и все стало больше, и я стал медленнее. Но нажрал я нормальное такое пузо. Пузан такой. Давайте до смерти. Музыки нет. Музыка кончится, хоть что-то меня радует. Так, оп. Evasion skill. Яблочко не успел, жалко. Возьмем другое яблочко. Кстати, делайте ставки, смогу ли я разжиреть еще на 1400? Нет, не смогу. А нет, может смогу. Еще чуть-чуть. Маленькое яблочко. Маленькое мисо. Маленький рис. Оп, плохая еда. Морозимся. О-о-о! Пока. А нет, меня вернули что-то. Я думал, я сдох. Но нет. Все. 1390. Все. Можно? Нет, еще жизни. У меня же еще есть жизни. А! У меня еще есть жизни. Ладно, я вернусь, когда будет все. Все. Так уж вышло, короче. 1404. Ну все, я победил. Можно? Ничего не остановит Джимми Хопкин. Я давно сказал, что я дам тебе свою бутылочную ракетку. Нахера мне твоя ракетница? У меня есть кулаки. Заслужил пропуск в клуб батонов. Да мне категорически плевать на клуб. А вот радио я возьму, у меня там должны приемчиком за это научить. Хотя вдруг пригодится. Вдруг это имба оружие. Вон там парень гоняет в игру. Так, я возьму этот кусок радио. О, привет! Хочешь помочь мне с домашним заданием? Говорит, покажи мне, дай мне подарок, и я подумаю. Не, я не покажу тебе подарок. Так, давайте сохранимся, а то вдруг потом опять придется эту хрень проходить. Мы ведь не хотим проходить эту хрень, правда? Естественно, не хотим. Кто хочет проходить эту хрень? Поднимите руки, пожалуйста. Вот я так и думал, что никто, потому что это глупо. Бомжара! Не-не-не-не-не, бомж, ничего не выйдет. Не в этот раз. Не в этот раз. А, собственно, с вами был Шустрила, наверное. И на этом я пока закончу, потому что миссии я не вижу. А, вернемся, мужик, к вам в следующей серии. Спасибо, что были со мной. Ботаник тоже нет. А, до скорых встреч и пока-пока.